Всем привет, дорогие мои друзья, хорошего вам настроения, с вами Рэй, мы продолжаем играть черепашки-ниндзя-легенды. Так, давайте забирать все, что у нас накопилось, 3 доллара, так, 2 телепорта, это уже хорошо. И в магазине, конечно же, бесплатные 2 колоды. Что нам выпадет, сейчас мы увидим. Неужели там паукус? Да, одна карточка. Отлично, но у нас есть еще одна колода, давайте посмотрим. Понятно. Так, и что же там у нас стоится? Бакстер, муха. Угу. Ладушки. Так, пройти одну серию испытаний. Ну, что же нам пройти? Так, может быть... Да, давайте, пожалуй, вот этих ребят быстренько заколбасим сейчас. И получим, как говорится, свой реворд. Поехали. Ну, здесь все легко и просто, ребята, без проблем, в принципе, я прохожу. Так, 2 этих у нас непонятно, что за хламоны. Сейчас мы им всыпем. Так, давай, тигр. Теперь, пожалуй, да, вот этого разберем, чтобы он не мешался нам. Я надеюсь, тот еще не успеет встать в стойку провокации. Нет, не успеет. Ну что ж, теперь давайте его разбирать. Острозуба этого. Так, все, мы ему атаку немножко понизили, точнее, меткость. Да ему, в принципе, и так крышка. Вторая волна. Кто у нас здесь? Ух, давайте, ребята, всеми массовыми ударами сейчас будем их бомбить. Так, Майк, отлично. Рафик, Рафик, давай-ка мы, пожалуй, вот этого бибопа. Опа-на, нормуль, добиваем его. Шикарно. Нет, 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 ничего у вас не получится. Давайте-ка мы, наверное, крипа повесим на него. Нет, к сожалению, постепенный урон не повесили. Но Шреддер сейчас пропишет. Замечательно, я вам скажу, ребят. Очень хорошо. Так, ниндзя упал. Давайте добьем крипа. И теперь уже острозуба этого будем добивать, ребята. Ну и, в принципе, на этом и все. Так, давай, Шреддер, добьешь, нет? Молодец, красавчик. Забираем наш выигрыш. Нам здесь достанется карточка Рафа. Потихоньку-потихоньку накопим мы с вами, как говорится, на улучшение для Рафаэля. Замечательно. Так, 160 звездочек. И вот она, карточка. Так, ну что, ребята, давайте теперь, наверное, сходим на турнир. Он нас заждался. Смотрите-ка, меня еще не понизили. Так и нахожусь пока в Лиге Самураев 2 звезды. Так, надо, наверное, укрепить свои позиции, верно я говорю? Ну-ка, что тут у нас за противничек такой? Слабенький, вот что я вам скажу, ребята. Сейчас увидите, почему. Сейчас мы сделаем все массовые удары наши. Давай, Шреддер, пинай. Кия. Ага. Держится. Все, ну и черепашку добиваем. Отлично, на какое мы место сейчас с вами попадем? Вот что меня интересует. Да-да-да, все понятно. Сколько мутагена? 920, хорошо. 89 место было. И становится у меня 68. В принципе, я считаю, что это неплохо. Так, ну что, чем бы нам заняться? О, ребят, смотрите-ка. Давайте, наверное, разовьем паукуса. 3 звезды у него уже. Так, интересно, а что нам нужно сделать для того, чтобы его можно было бы по рейтингу поднять? Хм, не знаю, ребята. Так, может быть, улучшим? Давайте-ка сделаем это дело. 3-я ступень, замечательно. Зэк уверен, что его энергия бесконечна. Защита от воздействия усиливается на 15% на время боя. Не знаю, что это означает, но я думаю, пригодится. Так, кого мы можем с вами, ребята, так, приоткрыть? Супу, о, вот надо что. 200 осколков и 5000 звездочек. Не хватает. Не хватает, ребята, мне звездочек, к сожалению. Да вот я, честно говоря, не знаю, стоит ли его переводить на следующий уровень-то. О, порталы, давайте-ка по-быстренькому с вами заработаем. Порталы — это очень хорошая штука. Как говорится, и опыт получаешь на халяву, грубо говоря.
Ну и опыт, естественно. Так, это у нас робот-черепашка-ниндзя, да? Сейчас мы его быстренько здесь положим. Без проблем, в принципе. Я не знаю, на вторую... Ну, в принципе, вторую стадию мы тоже должны с вами затащить. Так же легко, так же на 3 звезды. А вот насчет третьей как-то уже сомневаюсь. Давайте дальше. Так, 3 портала заработали. Эпизод второй, естественно, побежим. Все равно бесплатно. Мы ничего от этого не теряем. Ну-ка, давайте-ка опробуем его. Ну и себя заодно. Ох ты, он уже здесь бомбит довольно сильно. Ну, мы, наверное, должны справиться, ребят. Сейчас попробуем. Так, тигры бомбит. О, постепенно урон наложили на него. Давай, Шреддер. Не нравится мне, что он там затеял. Угу, постепенно урон повесил. Может, меткость ему? Ха-ха. Все, меткость мы ему понизили. Естественно, он будет промахиваться. Черт, тигр, выживи, пожалуйста. Не надо только падать. Давайте, наверное, подхилимся на всякий случай. И еще раз пинок. Черт, он выстоял. Все, ему крышка, ребят. Добиваем. Есть. Да, мы переходим, естественно, на третью фазу. Но я не знаю, наверное, не справимся. Сейчас посмотрим, сколько у него там чего. 4 портала еще зарабатываем. Так, ну-ка. 60. Ё-моё. Нету смысла, ребят. Бесполезно, там у нас порвет просто-напросто. Так, по испытаниям у нас что? Да, в принципе, ничего хорошего. Здесь мы уже с вами были. И здесь плохо кормят. Конечно, хотелось бы мне подраться, ребят, если бы у меня были бы нормально прокачанные персонажи. Давайте попробуем сделать тогда вот так, и муху возьмем. Ну, а вдруг повезет, кто его знает. Давайте рискнем. Так, здесь у нас тараканы идут, да, бронированные. В принципе, ничего страшного в этом нету. Самое будет фиговенько, это уже, конечно же, с самыми главными. Ну, а это для нас ерунда. Давайте, наверное, вот так вот бомбанем. Усиление оставим, как говорится, на дорожку. Но Бакстер у меня упадет здесь в любом случае, как ни крути. Потому что он вообще слабенький, причем 30 уровня. Давайте-ка добьем этого таракана. Вот, молодец. Так, Крис и... Черт, ну, Бакстер, подводишь ты меня. Подводишь вообще всю команду. Так, Кейси и Раф. Вот кто здесь, значит, да? Ну, эти ребята-то, конечно... Я больше чем уверен, что они будут атаковать именно муху. Потому что она самая слабенькая. Ну, хиляться ради нее нет смысла. Конечно же, будем делать так. Давайте-ка попробуем, наверное, Рафа бомбануть. Во, меткость хотя бы ему понизили. Уже плюс. Так, усиляемся. Отлично. Да, вот чего я и ждал. Бакстер Вата упал сразу. Жаль, конечно. Но, в принципе, это было предсказуемо. Сейчас, ребята, мы здесь всех разберем уже. Кто у меня здесь слабый? Ну, в принципе, эти ребята у меня выстоят все. Так, отлично. Ну что ты, блин, своим баллончиком тут. Ай. Сейчас мы его здесь похороним, наверное. Кейси этого. Но. Нет, смотри, как крепкий малый оказался. Да что такое, Раф не хочет падать. Еще этот тут из-под тишка, что он там делает? Массовый удар. Все, положили мы его. Так, Раф лежит, и остался лишь Кейси у нас. Ну, Шреддер, не подведи. Подвел. Надо будет подхиляться обязательно. Ну, а вот она и шейка-лейка. Бродяги. Так, давай-ка мы, наверное, звезданем. Нет. Давайте вот этого с ноги сейчас. Вау, на раз его хватило. Теперь в массовый. Так, ну-ка, Шреддер. Неплохо, уже хорошо. Так, Зэк. Ну, только лишь кошки этой понизили. Ага, он еще подхиливается, да? Так и есть. Это плохо, конечно. Ладно, будем разбирать мы тогда с вами Донни.
Подхилимся обязательно. О. Так, Крис, держись. А этот там что вылазит? Еще хилится? Блин. Проблематично. Причем хил довольно нехилый у них, да? Хил нехилый. Нормально сказал. Ну все. Добиваем кошака. Ага. Шреддер, ну а ты? Молодец, сделал дело. Так, теперь надо... Блин, у этого у ворот, ребята, стоит. Сейчас мы, наверное, будем промахиваться. И причем довольно много раз. Что тут за пляски ты устроил еще мне, а? Уклонение, жесть. Ну что ж, придется пробивать как-то, стараться. Шреддер промажет. Ну а Зак, ну попал. Так, усилимся. Так, давай ответку. Блин, фигово-то как. Мне бы, знаете, кого сейчас сюда? Эйприл. Не помешало бы, но у нее слабо развит веер. А он как раз снимает положительные статы. Так, ну-ка с ноги. Не пробили. Чувствую, сейчас у меня Шреддер упадет. Да что ж такое, ну вообще фигня. Ну а ты попадешь, тигр? Жесть какая-то. Ну, Шреддер, вся надежда на тебя. Есть. Не падай, держись. Держись у меня. Так, Донни, смотри, какой крепкий. Ну, у него правильно защита стояла. Да, ребята, если бы у меня выжил бы Бакстер, что маловероятно, мы бы получили 3 звезды. Ай, печалька. Кстати, тут до уровня не совсем уж и долго. Карточка Донни нам достается. Ну, а здесь уже, наверное, будет жесть. 55 уровни все. Даже нет смысла суваться. Жаль. Придется это дело отложить. А здесь у нас 45-е. В принципе... А, нет, ребята, нет. Слишком слабенькие у меня персонажики. Не будем мы сюда нарываться. Знаете, что мне хочется узнать? Кого нам можно в ближайшее время с вами получить или прокачать? Давайте-ка мы это дело сейчас посмотрим. Пока что-то никого не вижу из приближенных. Так, Джастина можно поискать. В принципе, 3 карточки всего не хватает. Опа-на, уже 2. Ну-ка, может быть, он нам достанется. Ха, еще карточку, и он наш. Ну, в плане не то, что мы его откроем. Мы его, да. Мы его можем улучшить. Так. Давайте это дело сделаем. 2,5 хватает как раз. И он у меня получает 3-ю звезду. Первобытный бульон. Джастин хорошо приспосабливается к неблагоприятным условиям. В начале хода есть вероятность 10% усилить защиту от воздействия у союзников на 50% в течение 1 хода. Конечно, все я понял прекрасно. Давайте искать дальше. Острозуб. Все это слишком... долго. Муха. Муху еще долго качать. Так, Джастина уже понятно. Этого мы получили недавно. А здесь кто у нас есть такой? Блин, да что ж такое? Ага, смотрите, ребята. Донни. Всего 1 карточка нужна. Есть у меня надежда. Давайте, ребята, сходим с вами на рулетку. Я думаю, вы будете не против, если мы ее крутанем. Конечно, все это стоит. У нас 7, да? 7 порталов. Ну что же, была не была. Я иду крутить рулетку. Мне нужна всего 1 карточка Донни. Ой, тут его и рядом нету. Так, Кейси нам достается. Фильм. Так, ну что ж, давайте заказывать себе порталы. $150. Надеюсь, что не зря. Так, у нас еще, по-моему, остаются, ребята, 2 попытки, да? Да. Лишь бы уложиться. Погнали. Ну. Давай. Есть! Да, ребята? Вот и Донни у нас прибыл. Давайте его, естественно, открывать. Вау. Красава. Я рад. Очень даже хорошо, ребят. Ну что же, в принципе, и все, наверное, больше мы никого в ближайшее время открыть не сможем. Что бы нам сделать-то тогда, а? Чем бы заняться?
прокачать, что ли, кого-нибудь. Ну, как видите, мутагена не хватает у меня. В общем, следующим будет у нас, скорее всего, с вами Бакстер Муха. Будем карточки на нее искать. Так, больше здесь, да, к сожалению, никого. Леонардо классический. Нужны две карты. Рокстеди. Одна карточка нужна. Ну, а тут уже вообще даже ни одной карточки нету. Все по нолям. Ну, ничего не поделаешь, ребят. Так, что мы здесь можем? Не хочу, честно говоря. Да у меня и не хватит звездочек. Здесь тоже, в принципе, нам не нужно. Так, по монеткам что у нас? Есть монетки, давайте-ка мы с вами... Во! Я думаю, что мы сможем с вами открыть Лео. И мы это делаем. Давайте, ребята, заплатим 75 очков. Так, а здесь не хватает у нас. Причем довольно много не хватает. Какие же они дорогие. Ну что же, Лео классический, нанимаем, конечно же. Ой, у него одна звездочка, елки-палки, какой же ты слабенький. Крепкий панцирь. Но зато герой открыт. Не будем уже по этому поводу париться. Так, что бы нам еще с вами сделать, а? Может, крутануть? Давайте крутанем. У нас позволяет порталы. Тем более, тут недалеко до уровня осталось. Немножко заработаем опыта. И кто же нам достается? И это Бибоп. Угу. Ну, вы помните, в прошлой серии мы его с вами открыли. Во! Давайте, наверное, мутаген с вами позарабатываем маленько. Сколько нам будут давать? 250, отлично. Еще разок. Еще 200. Так, ну, последняя попыточка. Еще 200, хорошо. Так, может быть, вот этот слабенький еще, а? Давайте его покрутим, всего два портала. Блин, там совсем немножко нам до уровня, ребят. Я не знаю, где бы мне достать опыт. Ай-яй-яй. Всего-то 200 очков, а? Надо. И еще 100 мутагена. Порталы закончились, давайте приобретем. Замечательно. Так, что мы еще сможем там или нет? Тут откат у нас, здесь откат. Ну, а доллары я не буду. Жаль. Где можно еще набить очков, а? На опыт я имею в виду. Давайте, может быть, здесь с вами попробуем. Серия испытаний. Во, наши клиенты, согласитесь. Давайте наберем себе командочку. Так, Шреддер. Да, я думаю, что он пригодится. Он хиляет у нас. И возьмем, наверное... Давайте сделаем так. У нас будет два хила. Если что, Шреддер прикроет или, в конце концов, Эйприл подхилит. Так, у нас тут Паукус. Давайте их потихоньку будем уже разбирать. О, с удара упал чувак. Не-не-не-не-не, Паукус, даже не думай здесь выделываться, пожалуйста, а. Ну-ка, оп-оп-оп, не упал. Добьешь? Красотулька ты моя, а, Эйприл. Умничка. Может, когда хочет, а. Так, хорош моего Шреддера компасировать здесь уже, а. Сейчас ты за все ответишь. Вот так. Сладкая месть была. Угу, мы вот здесь вот уже... Да, в принципе, должны разобрать, ребят. Давайте, наверное, вот так вот начнем. Бибопа будем разбирать. Сейчас он у нас упадет. Ага, отличненько. Так, по-моему, пора, наверное, хиляться нам, да? Отстрелялся тигр, молодец. Ну что, Шреддер, будем тогда, наверное, хиляться все-таки. Не будем атаковать пока. Отличненько. Теперь с ноги. Ну что, я смотрю, тут остался только лишь Шреддер у них, да? И этот чучело-мяучело. Все. Давайте-ка добьем Шреддера по-быренькому. У него даже брань... Что, он подхиливается? Ну, это, конечно, зря. Зря, родной. Пора тебе на покой. Ну, Эйприл, добьешь? Молодец. Ну что, довольно легко и просто.
Три звезды получили. Маленько опыта зарабатываем. 24. Все равно еще не хватает, а? Блин, кого же нам атаковать? Вот этих, может быть, давайте, ребят, попробуем еще разобрать до кучи. Ну, получим еще маленько опыта, но все равно не хватит. Надо будет еще кого-то искать. Погнали. Так. Не пробили. Что ты со своей сракой тут прыгаешь, мне стреляешь, а? Накажи-ка, Шреддер, кого-нибудь. Молодец. Так, Эйприл. Слушайте, ну их здесь двое, давайте, наверное, атаковать. Подхилимся уже потом. Падает. Повесим, нет? Постепенный урон не получилось повесить. Все, ребята, теперь уже пора бы, наверное, подхиливаться. Давай, Эйприл. Ну что, давайте атакуем. Провокацию мы с вами приберегем пока. На вот этих вот охламонов. Здесь Зэк, Паукус и Училка, да, значит? Ладно, попробуем. Как мимо-то? Ну-ка, Шреддер, давай суперудар свой и... Во, хорошо. Минус двое. Так, Зэк, получи. Надо было, наверное, ребята, нам добивать вот. Давайте-ка ее, наверное, чтобы не мешалось. У нее же там массовый удар, а он нам нафиг не нужен. Хе-хей. Выстояли у меня, ребята, как вы видите. Так, Зэк падает, ведь верно. Ну и все, и паук, естественно, тоже сейчас упадет. Отлично, великолепно, я бы даже сказал. Ну-ка, сколько? 24 очка, наверное, получим, да? Да, 24 очка опыта. Совсем чуть-чуть не хватает. Блин, что же нам еще здесь можно пройти и попробовать? Блин, как я не хотел бы, конечно, вот этих вот, ребят. Их всего 4 черепашки. Но, поверьте, они такие жесткие. Жесть. Придется нам вот так, наверное. Да-да-да, черепашья сила у вас там. Ну, на самом деле, они очень крепкие. Несмотря на то, что их всего 4 здесь. Как бы у нас преимущество даже. Так, ага, как всегда. Вот почему он первый, я не понимаю. Атаку себе улучшил. Не себе, а даже всей команде там. Давайте попробуем. Промахнулись еще? Зашибись. Смотри, какие они... Ё-моё, Зэк-то у меня сейчас упадет. Ой-ой-ой, ну-ка, попробуем снять. Не сняли, к сожалению. Я даже уже представляю, кто у меня здесь выживет. Это будет, наверное, Рафик и Тигр, наверное, скорее всего. Хотя Раф сейчас может упасть. Он повесил провокацию, ребята, я... И они сейчас будут его бомбить. Так, хорошо. Снято, снял, гад. Они еще и подхиливаются, а? Ты посмотри на них. Вот командочка-то собралась. Ну и мы тогда усилимся. Угу. Зэк, бедный Зэк сейчас упадет. Черт подери, добили все-таки. Ну и мы тогда добиваем. Ага. Опа. Так, бомбим, бомбим, ребята. Слушайте, Майк на самом деле не такой уж и сильный. Ватный, разобрали мы его. Посмотрим, сколько отнимет суперудар. Мало очень отнимает. Значит, короче, Лео и Донни. Я так понимаю, это классика. Собака свой шар выпускает. Так, он у нас в защите. Хорошо, пробьем. Пробьем мы его. Давай-ка, наверное, вот так сделаем. Да что такое-то, блин? Все, я остался лишь Леонардо. Но у него пониженная защита, так что мы его здесь разберем легко и просто. Да, я был неправ, у меня осталось 3 персонажа. Это Тигр, Раф и Шреддер. Я, честно говоря, думал, что Шреддер упадет, но нам повезло. Так, чуть-чуть не хватает все равно, ребята, а? Что делаем? Так, я думаю, что пора бы, наверное, вот этих вот, наверное, может разобрать. Заманчиво, конечно, сложно, но я рискну. Ну, проиграем, так проиграем.
Но хотелось бы, конечно, мне выиграть. 46-й, 47-й уровень, плюс по 5 звезд у них. Это будет жесткая битва. Ладно. Вот пыхтят. Эх, Шреддер бы дожил до Хилабы, было бы хорошо. А мы же вроде бы его истратили, да? Ай-яй-яй, если он даже сейчас... Нет, он уже ничего не сделает, потому что он упал. Это плохо. У меня ребята тут покоцанные все. К сожалению. Провокация. Я, наверное... Ах ты, провокация. На нас стоит этот запрет. Как-то я это дело, ребята, проглядел. Ну давай, снимай тогда уж с нас. Попробуй. Отлично, упал. Так, и здесь у нас последняя волна, заключительная. Вот они все эти ребята крепкие. Ну давай, карай. Бомби ниндзю. Добьем его. Так, стреляем мы, наверное, вот сюда. Так, меткость понизили, ладно. Слушай, вот этот ниндзя сопляк, а бьет-то больно. Майки упал. Провокацию? Точно. Черт подери, да что вы тут чудите-то, а? Ох, придется бомбить его. Но вряд ли мы пробьем. Ну-ка, попадем. Мимо. Обалдеть. Он еще и суперудар делает на нас, Шреддер. Нет, не пройдем мы здесь, ребят. К сожалению, как бы я тут ни старался, нифигашечки не выходит у нас. Но ниндзю я этого все равно накажу сейчас. Я его должен пробить. Если, конечно, я успею это сделать. Нет, ниндзю мне, скорее всего... Он сам нарвался, ребят. Вот смотрите, если бы у меня было бы хотя бы два персонажа с полным здоровьем, да, я бы вполне бы здесь выиграл бы. Они у меня все были покоцанные. У кого-то там половина хп не было. Как бы не вариант. Остался лишь только Шреддер. Да, и он выигрывает. Жаль. Опыта-то все равно нам не хватает. Давайте сбросим это все дело. Ага, Зек и Рафаэль ролевой. Ну? Неужели не хватило, а? Да что ж такое-то? Ну, даже не знаю, может быть, какие-нибудь предметики нам найти? Давайте муху попробуем найти. Так, здесь нам балалайка. Есть. По-моему, все, да? Нет, не все. Так, ё-моё, пицца кончилась. Придется, ребят, наверное... Так, пиццу сможем? Да, хватает. Все деньги растранжирил. Все абсолютно денежки растранжирил. Давайте еще разочек крутанем. Да ё-моё, не сюда же. Хватает. Да, ребята, 56-й уровень. Я нас всех поздравляю. Так, колодочка, что нам здесь? Пицца, портрет короля, мутаген. 1200-2400. И карайку нам дали. Ну, я, честно говоря, ожидал на более хороший приз. Но не дают. О, еще муха выпала нам. Давайте тогда уж и здесь добьем. Опа, смотрите, муха идет. Прет, прям скажем. Может быть, в следующих боях она у меня уже будет даже участвовать. В основном составе. Она же у нас тоже хил. Ну, атака у нее, конечно, никчемная. Ну что? Здесь у нас полтиннички. Не будем мы туда лезть. Навыки. Да, 6000 нужно мутагена, чтобы я поднял ему 56 уровень. Офигеть, можно. И зэку 5000. Дорого, дорого, конечно. Где мутаген заработать? Да, причем в таких количествах, я ума не приложу, ребят. Ну, а на этом, пожалуй, я буду завершать это видео. Всем большое спасибо за просмотр. Обязательно увидимся с вами в следующей серии. Так что, ребятушки, всем пока, всем удачи и до новых видосиков.